На ЕТВ программа «Переломка. Место, где ломают стереотипы». Специалисты областной наркологической больницы запускают цикл обучающих семинаров по профилактике наркозависимости в муниципалитетах Свердловской области. Что это за программа, как она будет работать и на кого рассчитана, об этом поговорим сегодня в нашем эфире. С удовольствием представляю гостей нашей студии. Андрей Березовский, главврача областной наркологической больницы. Андрей Эдуардович, здравствуйте. Юлия Касимова, начальник отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией администрации Екатеринбурга. Юлия, здравствуйте. И Антон Подобный, главврач областной наркологической больницы. Антон Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Про программу. Что это за цикл, на какие муниципалитеты рассчитан? И правильно я понимаю, что мы можем анонсировать буквально завтрашнее мероприятие в Урбите? Да. Старт программы. Спасибо. Значит, по поручению главного врача мы разработали программу предложения муниципалитетам. И завтра будет у нас пробный выезд в Урбит. Мы поедем большой командой. Там собирается команда специалистов. О чем разговор? Ситуация такая. Муниципалитеты – это фактически, так сказать, вот отдельное место. Это субъект профилактики. В нем расположены еще другие субъекты профилактики. Общественные организации, предприятия, специальные отделы внутри муниципалитета, которые занимаются семьей. В нем находятся полиция и другие организации, которым это все интересно и важно. Мы являемся высокотехнологичным, профильным учреждением полного цикла, которое способно оказывать очень сложные услуги, начиная от сверхсовременной диагностики, я вот пару слов могу об этом сказать, и заканчивая реабилитацией и постреабилитационным сопровождением наркозависимых. То есть все, вы рассказываете про себя, Антон Ильич, вы рассказываете про УБН и про областную наркологическую больницу или учите этих людей на местах как-то работать с ситуацией? На самом деле мы и рассказываем о себе, но это как вводная часть, конечно же. Но вторая часть и основная часть, наверное, это, конечно же, тематическое обучение специалистов именно профилактической работе. На самом деле вот эта работа, о которой сейчас вот мы анонсируем так громко и хорошо, она ведется постоянно, перманентно, но только мы не так активно выезжали в муниципалитеты. Первым этапом по поручению губернатора Свердловской области мы приглашали из муниципалитетов специалистов, которые занимаются профилактикой. И на нашей площадке мы в течение года проводили такие семинары. Муниципальное образование направляли своих специалистов, и дальше они работали уже, эти специалисты, у себя на территориях. Сейчас мы выезжать будем. Вот принципиальное отличие в том, что раньше мы на себя приглашали, сейчас мы выезжаем. Потому что зачастую, ну, во-первых, уже прошло, получается, больше 2 лет. Это сейчас такой срез мы посмотрим. Во-вторых, потребность есть со стороны муниципальных образований. И, конечно же, вот вы задали вопрос о том, о себе будем рассказывать. Да, мы будем о себе рассказывать. Да, просто понимать, это промотур УБН или это, ну, как, это какая-то обучающая служба. Программа? Фактически это наркологическая служба. То есть областная наркологическая больница, единственное в Свердловской области профильное учреждение по профилю наркологии. Все остальные койки, которые расположены в психиатрических больницах, в больницах, в районных, они относятся, как раз вот Андрей Эдуардович и сказал, к субъектам профилактики муниципального образования. А наша функция, организационно-методическая функция, координационная функция именно по профилю наркологии. И поэтому своими силами мы выезжаем. Ну, эта работа и ведется организационно-методически, постоянно ведется. Но сейчас еще и профилактическое направление мы подхватываем. Мы хотим вооружить каждого специалиста, которому это интересно, муниципалитете, прямыми контактами с нашими специалистами и прямыми возможностями пользоваться нашей структурой для того, чтобы он решал свои задачи. Это не промо-тур. Вот. Это усиление конкретного специалиста в муниципалитете. Давайте про ситуацию в муниципалитетах и ситуацию в Екатеринбурге. Если сравнивать столицы региона и, ну, города в области, раньше была такая установка, что вот эти города поменьше, они страдают не столько от наркомании, сколько от алкоголизма. Люди вот в этих самых небольших городах, муниципалитетах спиваются. В Екатеринбурге люди уходят в наркотическую... Скалываются, видимо, сказать. Да? Уходят в наркотическую... Наверное, сама здесь по Екатеринбургу подробнее расскажет. Про область. Про область, да, на самом деле, да, пьют, да, пьянство есть, но оно и так же, как и в Екатеринбурге есть. К сожалению, наркотические вещества, ввиду своего состава и своей доступности, и своих... Ну, новые наркотики сейчас мы наблюдаем уже. Но слово «их новыми» уже нельзя говорить, потому что они не новые. Но, тем не менее, распространение тотально идет. И
Вопрос только в целевых группах. Все. То есть, если мы смотрим более раннее поколение, молодежь, то, конечно же, там преобладает, помимо алкоголизации, еще и наркотизация. Угу. Если мы больше старшее поколение смотрим, то, конечно же, преобладает больше алкоголизация. Но не надо забывать все-таки, что наш профиль – это социально значимые заболевания. И на самом деле уровень алкоголизации и наркотизации населения муниципального образования напрямую связан с уровнем социального положения муниципального образования. Это принципиальный момент. И почему субъект в профилактике муниципального образования? Потому что как раз улучшая социально-экономическое положение в муниципальном образовании, улучшается и ситуация с потреблением психоактивных веществ. Самые тревожные точки на карте Свердловской области. Не скажу. Вы начинаете с Ирбита? Нет, так нельзя сказать. Нет, не скажу. Нет. С Ирбита мы начинаем, потому что... Ну, начинаем с Ирбита. Вот у нас так сложилось, у нас выезд оргметод службы запланирован был. Ну просто вот, чтобы не три машины гнать, а одну машину гнать. С севера и дальше на юг. Это логистическая история. Юль, про запросы, потребности Екатеринбурга как муниципалитета опять-таки. Ну, я не знаю, тут я бы, знаете, с чего начала. Конечно, да. Безусловно, муниципалитет роль огромную играет в профилактике, и потому что... Ну вот если говорить от лица администрации, в силах муниципалитета держать в работоспособном состоянии систему и направление деятельности. Вот, ну, я не со всеми муниципалитетами знакома, но четко могу сказать, что не во всех муниципалитетах Свердловской области есть эти системы. Поэтому вот участие специалистов, высокотехнологичных специалистов, высокопрофессиональных, которых действительно в единственном числе, участие в работе общей системы, это, ну, без этого просто никак. Екатеринбург без этого не может. Да. У нас в этом смысле очень много есть общих проектов. И, ну, если говорить о работе со специалистами, мастер-класс специалиста даже по социальной работе, работающего вот с вашей категорией, с вашим контингентом, мастер-класс для специалиста, например, по работе с молодежью клуба по месту жительства, он будет просто неоценим, потому что у вас есть ну, точное профессиональное видение того, чего им нужно избегать в работе со своим контингентом. И ну, вот у нас есть система ежегодных конференций, и одна из площадок вот прошлого года была отдана специалистам областной наркологической больницы, и отзывы, и, конечно, она была наполнена у нас больше в два раза, чем мы рассчитывали. Это все будет очень полезным. И Екатеринбург готов встать в очередь на ваш семинар, безусловно, и вписать в систему работы, плюс к тем проектам, которые мы... Ну, мы вот только что завершили огромный летний проект. А в цифрах ситуацию по Екатеринбургу вы можете обрисовать, обозначить? Вы имеете в цифрах каких? Пораженности наркозависимостью, количество больных... Статистика, я помогу, наверное. Статистические данные есть все на сайтах, абсолютно. Ну, чтобы понимать больницы. Ситуацию. Ну, ситуация в целом коррелируется с областной ситуацией. То есть она и официальные данные снижаются. Это да. Нюанс отличия Екатеринбурга от других муниципальных образований, которые мы выявили в ходе вот предыдущих семинаров, которые у себя проводили, в том, что в Екатеринбурге есть целый отдел по работе вот этой профилактической системы, Юлия Сергеевна сейчас сказала. К сожалению, не во всех муниципальных образованиях есть даже человек отдельно, который бы занимался профилактической работой. Это очень важно. Этот человек может заниматься у них муниципальных образований и социальной работой, и образованием, и молодежью, и до кучи еще профилактики. А задачи, вот вы про цифры, можно я сказать, про цифры? А задачи какие? Значит, в первичной, перед муниципалитетом стоит, в первичной профилактике это 100% населения. 100, то есть все. Это не специфическая профилактика по отношению ко всем 100%. То есть все, сколько есть, все они являются объектами профилактики. Ну, то есть целевая группа, Антон Владимирович сказал, это все. Все. Для них это все. Вот. В большей степени, предположим, мы, конечно, с ними взаимодействуем по вторичной группе. А кто это такие? Это группа риска и те, кто имеет опыт знакомства с алкоголем и с наркотиками. Вы имеете опыт знакомства с алкоголем? Конечно, имеете. Значит, вы тоже являетесь субъектом вторичной профилактики, по большому счету. Да. А третичные – это уже совсем наши пациенты, с которыми тоже нужно как аккуратно и так далее. По внешним признакам вы Это имеющие зависимость, лечащиеся, стоящие на учете и так далее. Это поэтому, конечно, это огромная задача, которая стоит перед муниципалитетами, огромная. Вот. Им, конечно, нужна помощь. Им некогда просто физически этим заниматься. И, конечно, мы будем им помогать. Вот так.
Знаете, еще немного добавлю. Очень часто те специалисты, которые занимаются профилактикой, они занимаются ей, ну, как побочными должностными обязанностями. То есть у них есть какие-то прямые основные обязанности, ну, предположим, в школе классный руководитель, да? И помимо этого он должен вести еще профилактическую линию. Как в школе классный руководитель, его научили в педагогическом университете, где он получил базовое образование, а в профилактике, ну, во-первых, тенденции все время меняются. И вот это обновление компетенций, оно очень-очень важно. И, конечно, если участвуют в этом профессионалы-наркологи, психиатры и профессионалы превентологи, то это вообще очень результат этого можно просчитать? Вы говорите, в Екатеринбурге такая система есть, результат есть отдельный отдел. Будет потом. Результат будет не завтра, не через год, а результат будет через несколько лет. Еще одна тема здесь научно-методическая будет. Вот приходите к нам, мы сделаем методологический семинар. Так называемый методологический семинар. Мы будем приглашать на него всех специалистов, мы будем разбирать там проблемные темы. Туда придут психологи из силовых ведомств. Туда мы пригласим. Екатеринбург выгодно, он может приехать, специалисты. Пожалуйста, на базе Урала без наркотиков. Там будем разбирать какие-то новые подходы, проблемные вопросы. Начиная от этических моментов и кончая этими вопросами первичной профилактики. О взаимодействии полиции, властей, сектора НКО поговорим сразу после опроса. Я предлагаю сейчас послушать мнение горожан. Мы сегодня спрашивали их, как по мнению екатеринбуржцев, проблема наркомании. Стоит ли она острее в муниципалитетах Свердловской области, чем в Екатеринбурге, да или нет? Что ответил город, узнал. Знаем прямо сейчас. Наверное, в городе. Почему? Народу больше. Может быть, даже и в деревнях. Почему? Ну, молодежь там, нечем им развлечься. Они начинают сами себя развлекать таким вот образом. Больших городах. Потому что возможностей больше. В областях, деревнях, потому что там это мало отслеживается. И я сам из маленького города. У нас там полиция особо не работает по этой теме. Наверное, в деревнях. Почему? Ну, там нечем заняться больше. Больших, конечно. Почему? Ну, потому что оборот наркотиков обычно в больших городах, где спрос рождает потребление, а в маленьких... Все же из маленьких городов, наоборот, тянутся в большие. Мне кажется, там негде как бы развернуться наркодилерам. Ну, в больших, наверное. Больших. Тут как бы так все это безнаказанно происходит, там через соцсети. А в деревнях все равно не везде, мне кажется, интернет даже есть. В больших. Почему? Потому что соблазнов больше. Я как и в маленьких городах встречал эту проблему, как и в больших. То есть у меня сосед по общаге, например, был такой. То есть это везде так. Ну, наверное, больше людей живет, больше проблем, больше каких-то соблазнов. Мне кажется, неправильно, некорректно ставить так вопрос остро в больших городах и маленьких. Это страшно в целом, как в больших, так и в маленьких. Надо вообще в целом в комплексе ее рассматривать, чтобы ее вообще не было. Специалисты областной наркологической больницы запускают большую программу по профилактике наркозависимости, рассчитанную на муниципалитеты Свердловской области. О том, как это будет работать, говорим сегодня в эфире ЕТВ. Вы рассказываете, что целевые группы – это все, и работать в частности будете с крупными предприятиями и с рабочими коллективами. Вот это особенно интересно. Это как? По предприятиям у нас есть задумка, и мы обязательно попробуем ее решить. И муниципалитеты, я надеюсь, нам тоже в этом будут помогать, о том, что все-таки есть семьи. Вот. То, что касается наркомании – это семьи. И в этих семьях бывает беда. И эти семьи боятся с этой бедой куда-то пойти. А есть еще предприятия, где работают люди в этих семьях. У них может быть сын или что-то еще. И, конечно, чтобы... Ведь, понимаете, это еще как бы считается стыдной проблемой. Да. Вот. А куда они... А может быть, надо вот с предприятиями нам, контактировать больше для того, механика чтобы... Механика хочется вот понять. Механику. Вы приходите к работодателю и говорите, слушай, а вот у тебя, не знаю, в твоем цехе, в твоем отделе есть подозрительные... Ну, вот
вот пока у нас есть предположение вот такое, здесь опять без муниципалитета, без помощи мы не обойдемся, что если, например, в цехах информировать просто о нашем существовании, ведь мало кто знает, что в Свердловской области есть бесплатное государственное лечение, реабилитация, все вместе в одном, так сказать, флаконе, и помощь созависимым. Об этом просто нужно людей информировать. И что с любой бедой можно справиться. Сегодня бабушка к нам пришла в отделение на Ленина 7. Значит, совсем она дряхлая, значит, на костылях. Помогли ей подняться. Обо всем поговорили. И мы готовы разговаривать с любым человеком, который к нам пришел. И от этого уже будет некая социальная польза. Поэтому по предприятиям речь идет вот в рамках вторичной профилактики именно целевое информирование работников и служб кадровых. Есть запрос, отклик, почему это нужно, почему это важно и выгодно работодателю? Работодателю, на самом деле, любой работодатель заинтересован в своих кадрах по одной простой причине. Кадры решают все. То есть это прямая финансовая выгода для работодателя, когда здоровый коллектив. Это прямая выгода. И риски возникновения ЧП на производстве, риски снижения травматизма любого вообще, связано так или иначе с эмоциональным фоном, с употреблением психоактивных веществ. Но даже если человек ежедневно алкоголизируется, ведь это причина какая-то есть, пусть это пока социально сохранная алкоголизация, но ежедневная. И может быть проблемы какие-то в семье, может быть еще что-то. Если мы выявим на раннем этапе эту проблему, то с ней проще работать. Но вот Андрей Эдуардович ведь все вещи правильно говорит. У нас стигматизация такая серьезная в обществе. Это стыдная болезнь. И самое это обидное как раз в том, что зачастую некоторые СМИ поддерживают такие моменты, что государственная наркологическая служба – это какие-то каратели и я не знаю даже, как убийцы, хочется сказать, в белых халатах. Но на самом деле раньше, может быть, и была карательная наркология. Все боялись нарколога. Олег Валентинович любит эти примеры приводить, когда нарколог на предприятие приходил. Но сейчас не так. Мы очень давно уже лицом повернуты, мы максимально открыты и идем на все возможные не знаю, условия лишь только для того, чтобы человек обратился за помощью. Есть какая-то система тестирования, анализов, которые позволяют определить, есть у человека зависимость или нет? Есть у него вот то самое регулярное, пусть социально-сохранное, алкоголизация, алкоголизм или нет? У нас, конечно, есть и очень, вот очень мощные, и очень, есть очень хитрые, очень мощные современные аппаратуры и приборы. Они обязательно должны примеряться, как вот Антон Владимирович говорит, некоторых специальностей, обязаны. По закону нужно. Вот. Кроме того, по соглашению сторон, условно говоря, их ничто не мешает применять работодателю. Вот. И в этом отношении информировать... Я хотела сказать, вот заводы, они же практически все внедрили вот эту жесткую пропускную систему. И не дай бог, там человек, не знаю, с запахом... Запахом еще... это сейчас бытовые алкометры, это да, не проблема. Здесь вообще вопрос о том, что сейчас мы, конечно, готовы содействовать... В смысле, они не работают? Не в том, работают. Не в том, чтобы с запахом, а в том, чтобы вот человек приходит устраиваться на работу. Вот, человек говорит, да, я хочу, я готов открыться, готов показать, что я. Хорошо, значит, давайте диагностируем. Мы все про него узнаем, про этого человека. Сейчас сверхсовременная аппаратура существует для этого, она здесь есть в нашей области. Все медицинские работники, которые оформляют допуск к наркотическим веществам, в обязательном порядке проходят вот эти вот анализы, то, что Андрей Эдуардович сказал. Угу. Химико-токсикологические исследования, на белок CDT, забор, и только после этого выдается заключение, может медработник работать с наркотическими веществами или нет. Все оружейные справки, то же самое, то есть если человек получает справку на хранение, ношение оружия, он тоже в обязательном порядке проходит эти обследования. Поэтому мы предлагаем эти методики внедрить и на промышленно опасных объектах. И, наконец, существует ситуация, когда есть люди с золотыми руками, и они пьют. Вот. И этих людей, может быть, имеет смысл на полгода оторвать за свой счет, поместить в бесплатное государственное революционное учреждение, и потом спокойно... И причем все знают, что они пьют, но настолько золотой мастер, что закрывают глаза. Он проживет там, значит, 40-45 лет и, значит, и умрет. И все к этому готовы. Давайте его на полгода оторвем, и вот, значит, отреабилитируем. И на 20 лет продлим его жизнь. И продлим жизнь и работоспособность.
Как раз хотела акцент сделать, что очень низкая информированность вообще у людей, это ну вот из практики работы с работодателями, а вот этой мере уже болезни, зависимости и так далее, потому что очень многое допускается. То есть, ну, подумаешь, там он каждую пятницу... Ну, выпивает он по бутылочке после смены. Да, синтетические наркотики. Господи, но на работу же приходит в нормальном состоянии. Угу. Почему он не может во время отдыха и так далее? И вот когда выходите, вы выходите, или мы вот когда пытаемся с работодателями общаться по поводу значимости профилактической работы, мы пытаемся сказать, что вот есть такие стереотипы, которые зашоривают и мешают вообще реально на ситуацию посмотреть, что действительно люди, которым нужна помощь, они просто не замечаются. Ну вот здесь видите, как у нас возможности есть на самом деле очень гибкие. Вот удивительность нашей больницы, себя не похвалишь, что сказать, никто не похвалит, она заключается в том, что очень гибкие возможности, начиная от там, детоксикации и наркологического лечения, заканчивая амбулаторной такой вот как бы реабилитацией, да, и стационарной очень реабилитации, очень гибкие возможности существуют, и как бы для того, чтобы все соотнести, что сделать, надо прийти на Ленина 7. Вот, у нас там наркологи есть, вот, которые все вам распишут, поговорят и помогут. Из технологий современных, из того, о чем вы говорите, в Екатеринбурге что-то, как в муниципалитете, реализуется, работает с предприятиями, с работодателями? Есть какие-то налаженные контакты? В процессе. Это все в процессе налаживания контактов. Эта работа ведется постоянно, но сейчас вот более мы выходим на другой уровень, более инструментально подтвержденный, что ли. То есть не просто профилактические беседы, выходы специалистов, а уже больше методологически совместно вот с предприятиями. Роль НКО. Мы говорили уже о том, что действительно стигматизирована болезнь. Есть вот этот страшный образ человека-нарколога в белом халате, у которого наручники в карманах. Ну вот с собой стороны. Они у меня как раз вот здесь спрятаны. Давайте, показывайте. Роль НКО вот в этом смысле. Может быть, проще заходить в группы риска через общественников? Есть такая работа? Только в группы, не группы риска, а в группы потребителей. В группы потребителей. Да. А в группы риска как раз к подросткам, школьникам заходить лицам, не имеющих специальных познаний в области профилактики, наоборот, будет антиреклама. Если человек, в прошлом имевший опыт употребления психоактивных веществ, выходит в подростковый коллектив и начинает рассказывать о том, вот я раньше употреблял наркотики, а сейчас не употребляю. Вот это так плохо, ребят, вы не делаете. У подростков подсознательно перед глазами физически здоровый человек, розовощекий, да. Наоборот, он скажет, ну вот если он справится, значит, я точно справлюсь. Да, ничего там страшного нет. Захочу и брошу. Да. Только так. И профилактика, все-таки вот первичная профилактика – это направление, которое за что-то. За здоровый образ жизни, за семейные ценности, не знаю, за все что угодно. Но не против наркотиков, не против алкоголя. За решение проблем реальные. Да. Реальных проблем реальными мерами. Про НКО понятно, это уже уязвимые группы. Про полицию вы сказали, что она тоже будет вовлекаться вот в этот комплекс мер. В каком виде? Мы очень тесно. Вот недавно мы проводили тренинг медицинский, информационно-аналитический центр. Мы проводили тренинг вместе с полицией. Вместе с полицией. Мы с ними хорошо знакомы и будем работать дальше вместе. И территориальные комиссии по делам совершеннолетних. Пожалуйста, вам очень открытые тоже для всех. Все рады всегда. Будем работать. Спасибо вам большое, что нашли время этим вечером. Пришли к нам в студию, говорили о том, как областная наркологическая больница, специалисты областной наркологии будут работать в муниципалитетах Свердловской области на профилактику наркозависимости. Прямо сейчас наша постоянная рубрика «Исповедь наркомана». У меня на этом все. Увидимся на ЕТВ. До свидания. Так как я была всю жизнь неуверенным в себе ребенком, мне хотелось всегда быть частью. И когда я добывала наркотики, приносила их в компанию, да, я чувствовала себя вот этой частью, что я нужная, что вот такая востребованная, что только я могу принести. Что посеешь, то и пожнешь. Эту старую истину София начала понимать только сейчас. В 11 лет она впервые попробовала наркотики, и с тех пор ее жизнь разделилась на до и после. За долгие годы зависимость настолько укоренилась, что даже рождение сына не смогло заставить ее отказаться от наркотиков. 20 лет я родила ребенка. Думала, что прекращу с вещества, с алкоголем и наркотиками. Но продержалась я 2 года, поиграла в роли мамы. Потом чувствовала себя одинокой, мне стало скучно. Я завела себе новую компанию, где употребляли наркотики уже внутривенно. Попробовала тоже, мне понравилось.
Говорят, что дети – цветы жизни, но София предпочитала срывать цветы удовольствия. Наркозависимость была сильнее материнского инстинкта. Она запросто могла уйти из дома на трое суток, оставляя маленького ребенка с бабушкой. Дальше, больше, спустя какое-то время, друзья-наркоманы уже гудели у Софии дома. Все это разворачивалось прямо на глазах у ее 9-летнего сына. Ну, я думала, что на тот момент, что я контролирую, что все под контролем, все же накормлены, напоены. Ну что, что мы сидим, мы же взрослые, нам же можно. Точно говорила, что опять эти бутылочки, ты опять мама пьяная. Лучше бы не было этих друзей. Он считал себя, что он как будто бы виноват, лучше бы меня не было. В последнее время мы уже обращались к психологу, потому что у него были срывы, что он считал себя ненужным, что он никого не нужен, что я его бросаю, ухожу. Победить зависимость все равно, что бороться с сорняками. Ежедневный и кропотливый труд. За полгода тотальной дисциплины в реабилитационном центре «Урал без наркотиков» девушке все же удалось пробудить в себе материнские чувства. Она с нетерпением ждет встречи с сыном и верит, что еще сможет быть ему примером. А непростой багаж жизненного опыта она сможет использовать во благо. Не сдаваться, любить себя, уважать себя, подавать пример. Ни в коем случае не поддаваться на провокации друзей, что можно один раз там погулять, два, да пойдем, да оставь ребенка. Быть с ребенком, мы же, в общем-то, для этого и существуем, чтобы давать потомство. Что даже звери не бросают своих детей.